Возможность прикоснуться к стрелам настоящего чемпионского лука вызывает море эмоций у ребят. На урок доброты к ученикам Лекинской школы пришел Михаил Диктованный. Паралимпийский чемпион, рекордсмен мира по стрельбе из лука. Ограничения по здоровью не стали для него барьером, а дали стимул развиваться, двигаться вперед и побеждать. Когда человек, ну, с ним произошла беда, да, и при этом остается огромная сила воли, да, не просто как бы дальше жить и как бы, ну, быть таким средним человеком, но добиваться высоких достижений каких-то в этих соревнованиях, в том числе и международных. И, конечно, это надо показывать, чтобы люди не падали духом, да, стремились как бы дальше жить и развиваться. Что такое паралимпиада, как выглядит блочный лук и как из него стрелять? Михаил продемонстрировал свой спортивный снаряд, рассказал ребятам историю жизни и спортивной карьеры. Урок доброты он проводит не впервые. Признается, что каждый раз получает массу положительных эмоций. Очень приятно видеть яркие глаза детей и крики, их обещания, и заниматься спортом, это что будет слушаться родителей, учителей. И уроки доброты, они служат таким инструментом не только выступить, не только рассказать о наших достижениях паралимпийцев в стране, о развитии, что делается в Московской области, что делается в стране для развития паралимпийского спорта, но также еще и детям немножко объяснить про правила техники безопасности. Техника безопасности всегда обязательная часть урока. Оберегать себя от несчастных случаев нужно учиться с детства, поясняет спортсмен. А если в жизни встречаются неприятности, главное настроиться на их преодоление. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».